как полыхало пламя? Видел. Сильно? Сильно. Сперва около 7 часов вечера вспыхнула баня. Первыми огонь заметили соседи, они вызвали пожарных. Затем сообщили о происходящем хозяевам. Они были дома и не знали о возгорании. Там женщина молодая, как бы. Баня у них загорелась. Еще до приезда пожарных соседи пытались помочь женщине потушить огонь. Кидали снег, несли воду, но своими силами справиться с пламенем не получилось. К тому времени, когда на место подъехали пожарные, огонь перекинулся на пристрой дома и едва не перешел на соседей. Жар большой, бани деревянные. Вот, вот это самое. Ну, помогали хозяйке из... У нее там пристрой есть, типа летней кухни. Оттуда вещи убрать. Чтобы справиться с огнем, пожарным понадобились считанные минуты. По мнению соседей, причиной возгорания мог стать перекал печи. Она пошла, видимо, баню затопила, ну и пошла домой. А как это сказать? Что-то в бане пошло, видимо, не так, может, перегрелась. Огонь уничтожил пристрой к жилому дому и баню. К счастью, в огне никто не пострадал. Если бы пожар заметили позже, ущерб мог бы быть куда значительнее. Олег Ирудинова, Елена Саляхова, Константин Бушуев, Вызов 112.